А вы будете отвечать. Я уверен, что вы будете отвечать уже после всего. Да. Посмотрите друг другу в глаза. Дорогой Пенчук Андрей, перед Богом, перед ангелами святыми, перед родителями и всеми свидетелями твоей свадьбы, я спрашиваю тебя, ты добровольно и осознанно решил взять в жены эту девушку, которую держишь за руку и которой смотришь в глаза? Да. Да услышит тебя Господь. Обещаешь ли ты сегодня любить ее, беречь, терпеть, заботиться о ней, тогда, когда она будет такой милой и красивой, как сегодня, когда она будет улыбаться и встречать тебя с радостью, и тогда, когда времена поменяют ее лицо, поменяют ее взгляды, поменяют ее силы физические, тогда, когда она выполнит все твои желания, и тогда, когда у нее не получится это, можешь ли ты дать такое обещание? Да. Да поможет тебе Господь. Андрей, обещаешь ли ты сегодня оставаться верной ей и только ей? Столько времени, столько сердце твое будет биться в твоей груди? Да. Да поможет тебе Господь. Дорогая сестра Елена, хочу спросить и тебя, добровольно ли, осознанно ли ты берешь в мужья этого парня, которого держишь за руки? Да. Обещаешь ли ты перед Богом и перед свидетелями любить его, заботиться о нем, терпеть его, ухаживать за ним и быть хорошим помощником тогда, когда он будет веселый, тогда, когда он будет таким, как он тебе нравится, и тогда, когда не все будет так, как хотелось бы, чтобы оно было? Да. Да поможет тебе Господь. Да услышит тебя Господь. Дорогая сестра Елена, обещаешь ли ты сегодня оставаться верной ему и преданной, и только ему, пока жизнь будет находиться в твоем женственном теле? Да. Да поможет тебе Господь выполнить это обещание. Дорогие мои, я их попрошу подать правую руку друг другу. Правую руку.